Плодородная белорусская земля кормит своих людей на протяжении многих лет. В благодарность к ней относятся с уважением и ласково называют «матушка». Конечно, получить хороший урожай без настоящих профессионалов невозможно. В Бобруйском районе простую истину знают хорошо. Праздник тружеников села здесь отмечают с размахом. В Больших Бортниках открывают детскую площадку и отреставрированный памятный знак воинам советской армии и партизанам-землякам. Затем переходят к главному, чествуют тех, без кого не было бы хлеба на столе. Наши аграрии в этом году добавили к общему караваю 37,5 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Вклад весомый. Впереди нас ждет зерно кукурузы, которое нам предстоит убирать где-то на порядка 4,5 гектар. Но это будет еще весомая прибавка, однозначно. А так, погодные условия в этом году были переменчивые, конечно, но дали возможность нам справиться. Справились достойно, оперативно. Праздник для всех людей. Праздник для всех хлеборобов, и не только. Праздник для села. В передовиках уборочной по традиции СПК-гигант. Цифры говорят сами за себя. В этом году засеяли больше 1500 гектаров. Треть, конечно, отвели пшеницы, и она не подкачала. Урожайность почти 88 центнеров с гектара. К караваю добавились бобовые, рапс, ячмень, тритикали. Общий намолот без малого 9 тысяч тонн, а это почти 24% всего зерна Бобруйского района. Уборочная завершилась, но бескрайние поля не простаивают. Эти территории в кратчайшие сроки освободили от соломы и подготовили к новой культуре. 106 гектаров засеивают озимым тритикале. Раньше здесь был рапс. В Михалевской Ниве особенно гордятся своими экипажами. В уборочной приняли участие 3 молодежных, среди них и один семейный. Конечно, организация внесла весомую лепту в общий каравай. Здесь намолотили больше 7600 тонн зерна. В сравнении с прошлым годом показатель вырос на 3500. Хорошо себя показал озимый ячмень. Мы выращиваем его третий год. В том году у нас было всего лишь 7 гектар. Ну, культура как бы нам понравилась. В этом году мы посеяли 105 гектар. Урожайность составила 68 центнеров с гектара. Уборочная в этом году прошла вовремя, погода способствовала, техника хорошо была подготовлена. Общий вес хлебного каравая Могилевской области перевалил за 1 014 000 тонн. За таким рекордом стоит кропотливый труд комбайнеров и водителей, агрономов и селекционеров, ученых и руководителей хозяйств. Зерновые культуры в современном мире поистине новое золото. Именно оно гарантирует нашей стране продовольственную безопасность, стабильность и уверенность. Белорусы не пропадут, да еще и готовы поделиться. Карина Гуревич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.